Я Зеленский Павел Сергеевич. Родился в городе Алмате, гражданин Казахстана. В 14 лет у меня умерли родители. Я остался без жилья, без документов, без ничего. На улице я остался. Куда бы ни обращался, нигде помочь ничем не могут, найти не могут меня. То бишь, сведений никаких обо мне нет. Я родилась в Таджикистане. Казахстан мы в 92-м году попались. Как раз в то время началась война, в 92-м году. Потерялись документы. И потом мы не могли восстанавливать их. Обратно в Таджикистан дороги не было, там война шла. А если даже уехать с документами можно было, а у нас документов не было, мы уже потеряли их. А у детей не было, потому что они успели еще в родильном доме свидетельство о рождении брать еще. Ну, я жила в городе Кызылорде все свое детство. Я жила с дедушкой и бабушкой, родителями моего отца. Училась там, закончила 10-летку. Свидетельство о рождении я не получала совсем. Вот, его не было. У меня мама, когда отдавала в первый класс, она разговаривала с директором, что в дальнейшем, в течение вот каких-то там лет, она сделает свидетельство о рождении и принесет вроде их, когда меня брали в школу. Но так я проучилась 10 лет на словах, вот как говорится, приняли все данные, какие были, вот, и все. Паспорта у меня никогда не было. Я Драгой Николай Стелянович, родился в 1968 год в Республике Молдова. Приехал в Казахстан в 2002 году на молдавском паспорте, получен оттуда, вместе с дочкой несовершеннолетней на тот момент, 10 лет ей было. Гражданство у меня молдавское утеряно, живу без документов, без регистрации. Паспорт утерян и просрочен. Родилась как бы я в Казахстане, живу в городе Кустанай все свои 20 лет. В несовершеннолетнем возрасте выезжала с матерью в Россию, город Канск. Там жила 2 года. То есть мать у меня сама гражданка России, после чего мы вернулись в Казахстан с ней. Здесь мать моя проживала какое-то время нелегально, из-за этого у меня как бы проблемы тоже с документами получились. 6 лет я металась туда-сюда. Пока я была несовершеннолетней, я сама не могла обращаться куда-то за помощью. А из-за того, что у мамы были проблемы, она также не могла обратиться. Я приехала сюда в 99-м году со старым паспортом своим. Там, конечно, не выписалось ничего, я не знала, что, так долго я здесь задержусь. Я не поменяла документ, потому что я, во-первых, не выписалась со своей квартиры. Я боялась потерять, у меня в Таразе квартира. Здесь же у меня прописка в этом паспорте. А во-вторых, здесь уже я просто сама затянула, это моя вина, что я не обратилась вовремя. С документацией у меня проблемы начались именно после смерти отца. Когда он умер в 1999 году, моей тетке как-то стало не до меня, я был предоставлен самому себе. Ну, начал как-то жить самостоятельно уже, как-то подрабатывать по молодости. Ну, дошло до того, что я чуть-чуть припоздал с документами, не в 16 начал собирать, а 18. Как-то между книгами пропали мои остальные документы, кроме свидетельства о рождении. И на руках еще у меня есть свидетельство о смерти отца. Все. Это все мои документы. Since 2014, when we started working with the government and addressing the problem of statelessness in this country, we have discovered that the main problems that affect people in Kazakhstan is a problem of lack of confirmation of Kazakh citizenship. It mainly affects people who, for several reasons, did not exchange their old Soviet passports with new Kazakh passports after independence. And it also affects persons who, although they were born and lived most of their life in Kazakhstan,
For some periods of time, they lived in other countries of the former Soviet Union and did not take the necessary measures to apply for Kazakh citizenship. Лиц без гражданства государство не видит. Оно не видит ни родителей, оно не видит ни ребенка. То есть этих людей, по большому счету, для государства не существует. Поэтому, когда человек обращается в госорганы, либо просто за осуществлением каких-то своих социальных, даже тех же прав, то есть его просто нет. И поэтому, естественно, никакие его права, даже если они будут реализованы, никто за это ответственности не понесет просто, потому что этого человека просто нет. В одних местах говорят, что не имеют права выдавать информацию, потому что у меня нет документов, я не личность. Других архивов я искал сам, как бы, ну, то, что было в бумажных еще, найти не могу. Свидетельство о рождении у меня было, но я, когда переводился с одной школы в городскую школу, мы жили в поселке, я проучился в этой школе недолго, как бы пошел работать, потому что приходилось кормиться как-то, все-таки один, вот. И потом через год, наверное, где-то я к ним пришел, они сказали, что они мои документы все утеряли, и как бы обо мне сведений у них тоже нету никаких. И попросили больше не приходить. Я обращался в хартию, я ездил в архивы, в городские архивы, потом в ЗАГСы ездил. Я много где был. Я был в миграционной полиции. Мне дали справку формы 5, сказали, собирай документы. А куда бы я ни пришел, мне не дают нигде документов. Мне говорят, ты покажи документ, что ты личность. Вот и все. Все их не ответы. И письменно мне тоже отказы не дают никаких. Ну, замкнутый круг. Юстиция, ЦОН, юстиция, ЦОН. Дальше пошло уже. Когда поменялась домовая, я был прописан в ней. Но за неимением моих документов, моего удостоверения личности, так как я его еще не смог получить, не смог сдать документы, начались вот именно проблемы. Нет прописки, значит, получить документы без вариантов. Нет документов, значит, получить прописку, опять же, без вариантов. Ну, вот по этому кругу туда-сюда ходил, куда только не обращался, в принципе. В миграции мне сказали, что нужна справка о том, что я не являюсь гражданином Республики Украина. И то, что я там не был судим. Какой судим? Мне было 9 лет, когда я приехал из Украины в Казахстан. Не знаю, порой бюрократия доходит до абсурда. Обращалась там в кое-какие инстанции, но мне везде отказывали. Где-то кто-то выслушает, а кто-то старался как-то отникиваться быстрее меня. За дверь отправляли. Говорили, что не можем в данный момент ничем помочь. Даже в миграционную полицию, когда я приходила, всегда какие-то сомнения у них были насчет того, что столько лет прожив, у меня нет ни одного документа, ни удостоверения личности, ни свидетельства даже о рождении элементарное. То в национальном еще плане, что я такой национальности и немножко не с доверием обращались. И все. С тех пор, как потерял паспорт, хочу восстановить документы, хожу по всяким органам, по миграционным полициям, уже во многих обращался. Все в паспорт упирается. Паспорт, паспорт, паспорт. Не могу без паспорта тебя регистрировать. Хоть дали справку о потере паспорта. А по ней выезжать невозможно из Казахстана. Если сотрудники миграционной полиции выясняют, что он проживал в марте 92 года в Казахстане, возможно, он подпадает под гражданство Республики Казахстан. Но есть такие моменты, когда граждане на этот момент, либо даже бывает и позже, раньше выезжали куда-то в страны СНГ, либо в дальние зарубежья, тут разницы нет. И в любом случае тогда сотрудники миграционной полиции требуют от такого заявителя, чтобы он предоставил соответствующие справки с компетентных органов той страны, что он не является гражданином этой страны. Потому что для Казахстана это очень важный момент, так как в Казахстане не признается двойное гражданство. И, естественно, сотрудники миграционной полиции не могут решить вопрос с гражданством человека, пока не выяснят точно, что он не принадлежит гражданству другой страны.
Многие люди не имеют возможности выехать, например, в посольство в Астану для того, чтобы получить справку подтверждения о наличии или отсутствии гражданства. Требуется личное присутствие гражданина. С большинства городов нет возможности приехать в Алмату либо в Астану по причине того, что без документов человек не может приобрести билет на самолет, на поезд, на автобус. В любом месте его могут просто снять с этого автобуса, оформить протокол о том, что у него нет документов, и его могут водворить в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства. Если человек находит возможность попасть в посольство либо консульство, у него возникает проблема оплаты справки о наличии отсутствия гражданства. Эта справка в настоящий момент стоит приблизительно около 20 тысяч тенге. У человека, у которого нет документов, естественно, нет полноценной работы, и для таких семей это очень большая сумма для оплаты справки. Дети маленькие, документы восстанавливать, деньги нужны. У меня их не было, потому что сначала надо было деньги, чтобы детей кормить, одевать, обувать. И теплое место для них найти же. Поэтому мне приходилось работать только, чтобы их на ноги поднимать. Вот, нашел документы, чтобы туда ехать, мне какие-нибудь документы нужны были. А у меня ничего не было ехать. Никаких документов. Ни свидетельства о рождении, паспорта красного. Ну, как потеряли, и все. Мне говорили, что, мол, сделаем вам временные документы, что можете съездить в консульство. И ехать в консульство тоже средства не позволяют в Алмату. Ну, как я могу вырезать такой бюджет, чтобы взять билет туда и обратно, это раз. Там я никого не знаю, значит, гостиницы, это опять проживание. За сколько времени эта проблема решится? Плюс, решится ли вообще эта проблема, стоит ли ехать таких денег? Я просто таких денег не смогу найти. Есть договоренность со всеми посольствами о том, что представитель нашей организации может взять на месте в любом городе документы у человека, который не имеет возможности выехать, например, в Астану, либо в Алмату. Он может обратиться к нашему юристу в любом регионе, оформить доверенность, и мы либо в Алмате, либо юрист в Астане могут без проблем с этой доверенностью обратиться в посольство и получить справку о наличии отсутствия гражданства. Для начала я обращалась в миграционную полицию, ну, как мне посоветовали знакомые. Туда я пошла, там мне толком помочь не смогли. Я обратилась в бюро по правам человека. Здесь мне уже объяснили, здесь мне помогли, здесь сами связывались с консулами, то есть с Астаной, что, куда, какие документы мне сбор надо было делать документов. То есть даже квиточек вот этот, за который надо платить, здесь сделали, оплачивали его они сами, так как у меня элементарно я не работаю, средств нету. В любые двери, куда бы я ни стучалась до того, как обратиться в бюро, просто закрывались эти двери. Ни толком никто ничего не объяснял. Просто говорили, ой, у вас проблема, решайте сами. В основном оказывается ребенок в ситуации без гражданства в силу того, что его родители находятся в этой ситуации. То есть у родителей были проблемы с документами, они не смогли вовремя их оформить, получить. И, естественно, когда возникает документ, рождается ребенок, в роддоме ему дают только справку о том, что он родился. И, естественно, родители, обращаясь в госорганы, не могут получить документы, потому что неясна гражданская принадлежность либо одного родителя, либо второго родителя. И многие потом в силу определенных либо бюрократических проволочек, либо то, что сами в силу определенных причин не желают заниматься документированием, уже пускают ситуацию на самотек, и у нас появляются дети без документов, которым уже по 16-17 лет. Ребенка невозможно поставить на очередь в садик, ребенка невозможно поставить, как говорится, на учет в поликлинику, то есть это только частные медцентры. То есть ребенок не подлежит
официальная, которая предусмотрена, опять же, государством вакцинации какой-либо. То есть, если у родителей есть деньги, он будет вакцинирован где-то в частном медцентре. Но если нет денег, ребенок остается без вакцинации. То есть, тем самым ребенок уже несет угрозу какую-то эпидемиологическую, то есть, другим детям, что он просто не будет вакцинирован. Потом, опять же, все моменты устройства в школу, это только неофициально, это только на уровне договоренности с директором. Естественно, ребенок, даже если попадет в эту школу, такие варианты бывают, но он ее, закончив, не получит официально сертификат об образовании. Естественно, ребенок официально сможет поступить в ВУЗ и в дальнейшем, опять же, естественно, осуществить свои какие-то права, в дальнейшем он просто не сможет. Когда я узнала, что я беременна, я не смогла элементарно встать, как все, на учет, чтобы как-то ходить в больницу, чтобы просматривать, как идет беременность. Потом с горем пополам меня все-таки поставили на учет. Хоть как-то. В роддоме тоже было очень тяжело, потому что элементарно нет у меня документов, нету прописки, что главное спрашивают. Выдали бумажку, когда уже родилась дочка. Надо было идти в ЦОМ, получать элементарно есть свидетельство. Этого сделать у меня не получилось, так как у меня также, опять же, нету документов. Из-за этого мой ребенок не может получить медицинскую помощь, она не может элементарно скоро пойти в садик, также школа не за горами, этого всего как бы она не сможет получить. Со мной приехала в Казахстан дочка, которой тогда ей было 10 лет, сейчас ей 24 года уже. Она тоже без документов, потому что она была вписана в паспорт мой и свидетельство о рождении, фотографии в мой паспорт. И так как я не регистрирован нигде, и дочка без документов. Был я, ходил многие в школы, многие, но это все равно требует. Регистрация, паспорт, медицинское обслуживание к врачам тоже упирается в документы. И лечимся мы народными медициной, тоже народными средствами. В школу она не училась, потому что не принимают без регистрации, без... Вот ребенок остался, как говорится, без половины детства. Детей у меня пятеро. Ни одного документа у моих детей нет, потому что при выписке с роддома, при, не имея удостоверения личности, на детей документы ничего не дают. Только выписку из роддома или просто отпускают. Дают только бумажку специально только детскому педиатру, что вот такой-то, такой-то ребенок родился, чтобы отнести и все. Вот. Сейчас у меня мальчик 15 лет, ему в этом году тоже должен закончить школу, но вот проблема будет с тем, что ему не дадут проходить государственный экзамен без удостоверения личности, без документа. Мы приехали, они были маленькие, до 5, до 6 лет, но они со мной не так уж трудно, потому что возле меня, а когда уже 7-8 лет, конечно, в школу. И я, с одной стороны, боялась, что документов нет, у меня их отберут в детский дом. Я дальше никому не показывала. Дети у меня старшие даже в школу не учились. Без документов не могли заканчивать школу даже. Они писать, читать умеют, но общей образовательной школы у них образования нету. Вот это плохо. Сейчас хочу восстановить им документы и хоть какие-нибудь курсы. На работу даже не могут устраиваться. Они уже взрослые, по 24 года уже, по 25 почти. То есть, если мы имеем в виду официальных лиц без гражданства, то у них практически не обладают набором тех же прав, что и граждане Казахстана. За исключением права быть избранным, на воинскую службу и небольшого набора прав. Но если мы имеем в виду лиц без гражданства, которые вообще без документов и не обладают официальным статусом, то их права никоим образом не защищаются, потому что, как я уже говорил, если государство человека не видит, оно не может защищать его права. То есть эти люди абсолютно бесправные, то есть они могут стать жертвами трафика, работорговли, либо еще каких-то преступных деяний в отношении их, и государство их просто не видит. Поэтому те лица без гражданства, у которых нет официального удостоверения лица без гражданства, их права никак не могут быть защищены государством. Без документов я никто. Вот на сегодняшний момент у меня нет вообще ничего. Я работаю, как приходится, где возьмут, где не берут. Где бывает, даже и обманывают, что берут, отработаешь и без денег остаюсь. И не могу ни устроиться никуда. У меня есть дочь еще, я не могу никаких прав заявить на нее. Даже элементарно выйти погулять, я вот, например, боюсь. Потому что
Милиция спрашивает документы, меня постоянно возят в РОВД. Даже бывало такое, что чуть не закрывали в бичприемник. А так я ни на работу, ни на учебу, я ничего не могу в жизни сделать. Вообще, я как прикован. Очень плохо, когда без документов ничего не можешь сделать. Даже элементарно я хочу пойти отучиться, да, там, закончить вечернюю школу, пойти отучиться на фельдшера, я этого не могу сделать. Я не могу, например, где-то получать детские. Я не могу устроиться на работу. Брак мы зарегистрировать не смогли, у нас получается гражданский брак. Мы пошли в ЦОН, муж признает своего ребенка, все, но нужны документы матери. Без документа матери, то, что подтверждает, что я мама, свидетельства не выдадут. Я не работаю, я подрабатываю. То на автомойке, то на стройке, то еще где-нибудь, где есть возможность. Если бы была бы официальная работа, то таких проблем бы не возникало. Вот даже если заболеешь, например, бывает, что с работы слетаешь просто-напросто, потому что это не... Работа без документов. В таких специфических работах больничный от силы день-два. Если вдруг больше, ты автоматически слетаешь на тебе, на твое место любого другого возьмут. Мне бы хотелось поступить на курсы. Я даже учиться не могу. Учиться не могу. Я сам самоучка, я хороший айтишник. Но так как у меня нет сертификата обычной бумажки, я на нормальную работу, на престижную работу даже не претендую, потому что именно нету документов. Another issue that we are addressing through this project is the need to prevent new situations of statelessness to arise. For this purpose, we are working with the authorities at the national level in Astana. Migration Police, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and also the Parliament, in order to agree on which legislative amendments would be necessary in the Kazakh legal system to avoid that new persons are finding themselves in a situation of statelessness. Мы уже здесь 24 года живем, нам здесь нравится хорошо, привыкли. Если документы восстановит, будет, наверное, нормально. Хорошо будет. Потому что дети у меня трудолюбивые, умные, я знаю их. Сама растила, вот, воспитывала нормально. Они в трудностях жили, знают. Я надеюсь и хочу, что мои дети получат гражданство Казахстана. Мне как-то охота человеческой жизни, а не так, как получилось с моими родителями, что они оставили меня без ничего и сами остались без ничего. Не хотелось бы себе такой судьбы, своей дочери такой судьбы. Я желаю, чтобы никто не попадал в такую ситуацию. А если даже и попадали, не отчаивались и наоборот бы стремились к лучшему. На этом жизнь, конечно, не заканчивается же совсем. Добиваться надо. Первым делом после получения документов я, скорее всего, поеду в ЦОН и сделаю своей дочке документы. Это самое главное для меня. И я не хочу, например, чтобы мой ребенок прочувствовал те же проблемы, которые прочувствовала я. Я этого не хочу. Я не хочу, чтобы она так же плакала ночью, то, что она чего-то хочет, но из-за документов не может этого получить. Ну, фактически, вот с 16 лет я официально никто. Я не просто хочу жить полноценной жизнью, я хочу приносить пользу обществу именно. То, что я пережил, где только не был здесь по Мангистау, на каких только работах не работал, что только со мной не было, именно из-за того, что у меня один маленький документ и столько много больших проблем из-за него. Ты никто. Воздух.